Вот и подошло к завершению долгое и приятное путешествие магдалиновцев в походе за Аматорским кубком Украины. Подарив массу незабываемых эмоций своим поклонникам, ВПК «Агро» так и не смог подобрать ключи к Виктории из Сумской области. Минимально уступив неделю назад дома, в ответном поединке подопечные Сергея Соловьева остановились на отметке 1-2 финала. Минимальное поражение на своем поле 0-1 от Виктории из Николаевки безусловно усложняло задачу магдалиновского ВПК «Агро» по выходу в финал Аматорского кубка Украины. Однако шансы побороться еще оставались, тем более мы прекрасно помним, как часто команде Сергея Соловьева приходилось проявлять характер и на зубах выгрызать положительный для себя результат. Результат первой встречи давал нам какие-то определенные преимущества, но с другой стороны он ставил нас в очень такие ответственные как бы условия. Мы не имели права разбазаривать этот как бы свой гандикап, который у нас был. При этом, опять же, нужно было атаковать, потому что мы играли для своих зрителей, нужно было укреплять этот результат. Виктория на глазах своих болельщиков не собиралась оберегать минимальный перевес, окопавшись у своих ворот, а наоборот старалась больше атаковать. Ну а когда встречаются примерно равные по классу команды, на первый план зачастую выходят стандарты. И тут вышло именно так, как и в первом матче, когда единственный гол был забит после розыгрыша углового. Теперь свой шанс вновь лучше использовали николаевцы. Николай Сбарах не сумел парировать удар Вячеслава Архипова со штрафного. Спустя несколько минут уже голкипер ВПК вышел победителем в похожей дуэли. А в конце первого тайма хозяева упустили отличную возможность увеличить перевес. Подвела точность. Во втором тайме магдалиновцы сделали все возможное для того, чтобы переломить ход противостояния. Однако забить хотя бы один мяч в ворота соперника им не удалось. В то время как хозяева на контратаках вполне могли и увеличить счет. А в одном из эпизодов арбитр явно принял сторону хозяев, когда со стороны многим показался очевидный фол защитника Виктории в своей штрафной площади. И кто знает, как бы завершился матч, назначь тут рефери пенальти. Тем более, что и после этого эпизода моменты у магдалиновцев были. В итоге Виктория побеждает 2-0 по сумме двух игр и выходит в финал Аматорского кубка Украины, где встретится с ФК «Лебедин». Хочу поздравить команду Виктории с выходом в финал Кубка Украины. Хороший стадион, хорошая атмосфера, хорошие болельщики. Хочу поблагодарить своих болельщиков, которые приехали из Магдалиновки, проделали большой путь. Я считаю, что все-таки сегодня хорошая игра, болельщикам понравилось. У меня претензий к футболистам никаких нет. Ну а что касается результата, наверное, сказалось исполнительское мастерство ребят из Виктории. Это, наверное, у них повыше немножко. Просто у нас команда так более-менее молодая. Но ничего, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Действительно, опыт такого противостояния наверняка пригодится магдалиновцам совсем скоро на уровне второго дивизиона чемпионата страны в профессиональной лиге. Поэтому в любом случае поблагодарим их за самоотдачу и тот долгий путь, который они проделали в этом турнире.